Седьмая серия «Мертвые лилии». Аркадия Львовича отравили. Оксана считает, что это сделал Коваль, отравив его отварами Ольги. К Оксане приезжает подкрепление из столицы. Коваль поджигает дом Ольги, а Ольга поджигает его логово. Ольга растеряна. Она решает обратиться к человеку из ее прошлого. Этот человек говорит ей, что убийство женщины и мужчины ни в чем между собой не связаны. Петра отпускают домой.